Всем привет! Добро пожаловать в новом видео про Audi A6 C5. В этом видео мы займемся небольшим детейлингом. Все знают эту проблему облезших кнопочек. Здесь на руле. Здесь не так видно. Блок управления фарами облазит. Облазят кнопки на климате. Но у меня еще так более-менее. Вот здесь плюсик немножечко. И здесь плюсик немножечко. Затем кнопка регулировки зеркал. И еще есть вот здесь подогрев задних сидений. Тоже так облезше, не очень красиво. Также мы видим на кнопках закрытия-открытия дверей. И на памяти сидений первое положение. Кто-то как будто ногтем нажимал. Так, эти кнопочки нормально. Здесь затерто, но оно в глаза не бросается. Для этого мы будем использовать. Взял два фломастера. Один получше, вроде бы этот подороже. И подешевле. Ну что ж, попробуем и одним фломастером, и вторым. Давайте начнем с того места, где меньше видно. Это, я думаю, вот здесь у нас сзади. Так, берем сначала фломастер, тот, который покруче. Сейчас мы видим, он блестит, но потом немножко пройдет времени, и это как минимум будет не так сильно бросаться в глаза. Так, теперь берем фломастер, который подешевле. Но они там на самом деле стоят практически одинаково. Это такая разница условная. Вот такой фломастер. Открываем. Так, и пробуем. Давайте прямо соседнюю. Кстати, он такой более черный. Этот отдает какой-то чернилами такими синеватыми слева. Хотя вроде как подороже фломастер. А справа именно то, что нам надо. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Давайте сейчас закрасим и посмотрим, как это будет смотреться. Вот так вот потихонечку, не спеша. Все мы, наверное, в детстве пользовались разукрашками. Аккуратненько, вот без такого. Ой-ой-ой-ой. Что это такое? Смотрите на результат. Прям на лицо. Вот мы справа видим подкрашено. Оно еще немножко подсохнет. И вот этот весь блеск нарочитый уйдет. Останется вот такая у нас красота. Ладно. Неплохо. Конечно, было бы лучше снять полностью эту панель и покрасить ее какой-нибудь краской. Но мы сначала пробуем вариант очумелой ручки. Своими руками недорого. Закрасим фломастер подороже, фломастером подешевле. 1 minute 37 seconds later. Ну и вот посмотрите, казалось бы. Как смотрится это. Вот справа у нас подсохло больше. И оно становится менее заметно. Здесь пока еще маркер не высох. Но уже вот так издалека ничего не видно. Ну и вот что у нас получилось. Здесь немножко плюсик не такой идеальный. Но вот так издалека смотрится гораздо лучше. Это у нас регулировка зеркал. Все эти точки, они потом со временем выровняются по цвету и не будут так сильно заметны. На руле лучше всего получилось. За счет того, что здесь закругленные эти кнопки, блика вообще не видно. Вот переключатель света. Так, здесь эти кнопочки как вышли. Память сидений. Мы даже цифру 1 изобразили. Что мы еще сделали? Здесь кнопку ESP подкрасили. Опять же, вживую это видно меньше. Камера как-то более качественно воспринимает. Ну и вот как выглядят кнопочки наши сзади. Издалека не видно. Изблизи эти
пятна такие жирные пройдут. Также у нас есть вот такой сюрприз. Один из подписчиков, привет, Андрей, увидел в одном из видео, что на подстаканнике нету заглушечки. То есть вот так это у нас выглядит. И любезно предложил, бесплатно передал весь подстаканник в сборе. Мы с него снимем вот эту вот заглушку и установим себе. По цвету они вроде бы совпадают. Ну, черная-черная. Вот мы аккуратно сняли эту накладочку. Она тоже немножко пошорканная, поэтому берем фломастер и подкрашиваем. Я надеюсь, когда мы снимали с присланного подарка подстаканника, ничего не отломали. Пробуем одеть эту заглушку сюда. Так, как она одевается? Вот я не понял, такое ощущение у меня было, как будто она приклеена. Та-дам! Сука. Блять. Да, здесь она тут приклеена была. Все-таки, как оказалось, сверху здесь изначально по заводу приклеивается эта накладка, вот здесь вот. Поэтому мы берем суперклей и немножечко подклеим. Ну и вот что у нас в итоге получилось. Отлично подходит по цвету, подходит по размеру. И теперь у нас подстаканник с нужной заглушкой. Я обычно его использую для того, чтобы здесь вонючка для салона была. Ну а финальной частью нашего детейлинга будет также и номерной знак. Вот на нем есть такие пробельчики, которые мы аккуратненько-аккуратненько подкрасим. После нескольких моек фломастер, конечно же, слезет, но никто не запрещает нам потом сделать это еще раз. Вот как это смотрится. Четкий, аккуратный номер. Давайте сделаем то же самое с обратной стороны. Вот мы видим. Здесь протираем. И аккуратненько подкрашу. Вот, например, можно посмотреть на букве Е, как это видно. И как сейчас это смотрится. Ну вот, на этом наш детейлинг можно считать завершенным. Смотрится довольно неплохо. Использовали мы фломастер. Вот такой мне больше понравился. Daily Permanent Marker. Стоили два фломастера 1,70 рубль, то есть 1,85 копеек. Также у нас был еще вот такой фломастер Центропен, но как-то мне вот этот больше понравился. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео в плейлисте про Audio 6C5. Ставьте комментарии, пишите лайки. Всем пока.